Госдепартамент США требует вернуть украинскую летчицу Надежду Савченко на родину. Об этом заявил представитель Госдепа Марк Тонер. «Мы убеждены, что единственное правильное решение по делу Савченко – это ее немедленное возвращение в Украину, что предусмотрено в минских договоренностях, которые подписала Россия», – сказал Тонер. Он подчеркнул, что официальный Вашингтон крайне обеспокоен решением Российской Федерации продвигать дальше это, цитата, «лицемерное дело». Кроме того, Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию, в которой призывает Россию освободить Савченко. Напомню, что процесс по делу украинской летчицы возобновился накануне в российском Донецке Ростовской области.